Все чаще водители стали парковаться, не соблюдая нормы правил. Эвакуатор увозит автомобили, стоящие на автобусных остановках, пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними и на тротуарах. Исчезнуть неожиданно для водителей могут и авто, создающие препятствия для движения других транспортных средств. На улице Ленина в районе городского суда владельцы машин паркуются в зоне запрещающего знака и прямо на пешеходном переходе. Нарушителей много. Одному эвакуатору разгрузить этот участок дороги невозможно. Административный штраф 1500 рублей по статье 12.16, часть 4. Нарушение требования знака 3.27. Остановка, стоянка запрещена. За данное нарушение эвакуируется транспортное средство на специализированную стоянку. Рота ДПС города Анапа, Пионерский проспект, 83. Узнать о местонахождении автомобиля, если он эвакуирован, можно по телефону 33002. Помимо административного наказания штрафа, водителю придется оплатить все расходы за перемещение и хранение задержанного транспортного средства. Возможно, после таких санкций водители, оставляя машину в неположенном месте, будут помнить о том, что по возвращении могут просто-напросто не обнаружить свой автомобиль.